Hola a todos. Я слегка чокеада и конфуза, потому что еще 40 минут, ну 50 минут назад я была дома в Жироне, а сейчас я здесь, в городишке под названием Дьоре-де-Мар. И мне он сразу не понравился. Я еще не видела море, потому что решила дойти сюда, сначала к церкви. Собственно, я сижу сейчас под стенами церкви. Это церковь святого Романа, Сан-Рома, 1522 год постройки и стиль каталонская готика. Рядом с ним замечательная паракия, замечательная капелла, которая осталась незатронутой в годы. Что-то меня куда-то никуда несет.